Самый большой в России сухогруз спустили на воду сегодня в Навашино. Хотя суда на Окской судоверфи спускают почти ежемесячно, каждое событие — это праздник. У каждого судна есть крестная мать, которая по традиции разбивает о борт бутылку шампанского. Раз, два, три. Умница! Поехали. Давай. Так. Иконку мне. Как бы, да. Ну, все, давай. Все. Я первый раз и вообще даже не думал, что мне такая честь будет оказана крестить корабль. Спуск судна для судостроительного завода – это всегда определенная историческая веха и, естественно, праздник. В этом году мы спускаем это судно шестое. Это про сухогруз. У него грузоподъемность наибольшая сегодня в России, в российской постройке суда. Класса «Река-море» – это наибольшее судно с наибольшей грузоподъемностью. У нас наши два основных флагмана, лидера – это завод «Красная Сормова» и «Окская судоверфь». Сейчас работают стабильно, имеют заказы, причем вплоть до конца 2022 года. Среди заказчиков есть различные компании, в большинстве своем лидеры, как и рынка гражданских судов, так и рынка промышленных судов. Объем отгруженной продукции по итогам 2019 года составил более 30 миллиардов рублей. В отрасли занято более 9 тысяч человек. Предприятия стабильно набирают новые заказы и загружены до 2022 года. Такая динамика положительно позволяет поддерживать довольно высокий уровень зарплат и даже немного его повышать. По итогам 2019 года средняя заработная плата в отрасли составляет 45 тысяч и 9 десятых рублей.